Центр диспансеризации здоровья Подмосковью будет расположен на улице маршала Бирюзова в городе Одинцово на территории Одинцовской областной больницы. Строительство ведется в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы «Модернизация первичного звена». Работы по строительству центра диспансеризации начались в июле. На сегодняшний день проходит устройство песчаного основания. Здания будут возводить из промодулей.